Компанию «Технология Юг» уже хорошо знают в Сочи. Торговые автоматы, в частности, вот такие с газированной водой, можно увидеть в самых знаковых местах курорта, например, в Олимпийском парке. Вообще, компания «Технология Юг» специализируется на продаже оборудования для вендинга. Торговые, кофейные, снековые, автоматы для производства попкорна и сладкой ваты и многие другие. Плюс широкий выбор ингредиентов и расходных материалов. Компания предлагает и оптовые поставки зерна попкорна, кофе, сиропов, смеси для мороженого и многого другого. Поскольку в этом году большой наплыв ожидается, у нас есть что предложить для бизнеса сочинского, да, то есть кто ориентирован именно на отдыхающих, то есть мороженое, кофе и так далее. То есть мы это все готовы предложить. И с этой целью мы приехали. Сегодня компания «Технология Юг» – лидер не только в Краснодарском крае, на всем юге нашей страны. Плюс осваивает рынок Крыма. Компания, которая базируется в Краснодаре, становится еще ближе к сочинскому бизнесу. Уже в мае на курорте будет открыт филиал «Технологии Юг». А пока с продукцией предприятия можно познакомиться на выставке «Индустрия гостеприимства» в выставочном центре в районе Мурпорта.